Как волонтер я помогаю ребятам узнать, что такое Россия. Я провожаю в аэропорт, я встречаю из аэропорта, я ночую с ними в гостинице, провожу ориентации. Я координирую работу московской чепты, веду Инстаграм, веду группу ВКонтакте. Провожу различные мероприятия в школе, которые являются участником IFES-программы. Я езжу с ними в лагеря и сопровождаю их по путешествиям в России. Привлекаю в волонтерство новых участников. Я провожу какие-то сессии по межкультурной коммуникации. Я провожу тренинги и участвую в семинарах IFES. Я езжу на семинары, на ассамблеи, хожу на встречи чепты. Я помогаю проводить собеседования. Техническое обеспечение всех праздников Краснодарской чепты. Я делаю фотографии. Я езжу в брюссельский лагерь как волонтер. Занимаюсь со студентами русским языком, беседую с принимающими семьями. Я стараюсь работать над нашим уральским инстаграмом. Также, когда я провожаю детей или их встречаю, я ношу на себе костюм баклажана, потому что это символ нашего региона. Рассказываю в школах об IFES. Я очень часто гуляю с детьми по Москве или провожу их до вокзалов. Я провожу собеседования в скайпе, иногда провожу собеседования очно. Я помогаю отвечать на вопросы, заполнять какие-то анкеты. Я покупаю детям одежду. Я готовлю им транспортные карты. Я участвовала в мероприятиях, таких как День межкультурного диалога. Играю со студентами, я собеседую новых участников. Я провожу ориентации, работаю со студентами, с семьями, участвую в международных лагерях и семинарах. Помогаю и отвечаю на какие-либо интересующие вопросы всех детей, которые собираются поехать на программу, и просто морально поддерживаю.